пойму просто, то ли со строгача сбежал, то ли выпускник воскресной школы. А ну глянь, ой, ёпта. А, Зах, что думаешь? Услышал, спасибо тебе. Кайфовая прическа, родная. Вот так оставь, 100% бомба будет. У меня лишь один вопрос. Что ей может сниться, когда она спит именно так? Ванеша. О, Ром! Посмотри, как у нее сисяки набухли. Балдеешь, а, кукуруза? Не было такого. Офигеть, сосочки, гля, какие большие стали. Это называется первая течка. Взрослая. Она у нас становится взрослой женщиной. Ё-моё. Это кто тут так лежит, Бонь? Почему язык постоянно вываливается? Бонь. Кто мне спать не давал сегодня все утро, а сейчас дрыхнет? Кто? Боняша. Что за красавчики? Всем привет! Вас можно показывать? Можно показывать. Привет, привет. Привет. Мои помирились, да, приехали. Мы Олечки. Ну, они, а вот тоже мой еще один. Ты понял, зафидуху сделал, хороший. Слышишь? И... Да ну нафиг. Реально? Смотри, некрасиво отношение меня сейчас повел. Это стало для меня поводом, чтобы я служил в Загребе. Понял? Да понятно. Я... Кот, что ты кушаешь? Я помню, ты рассказывал эту ситуацию. Скажи. Так, это неправильно, Стасина. О, здрасте. Ты хорошо относился. Так я же ему написал, я же сказал. Это не так, что я поехал сделал. Я ему сказал, Варя, так и так, говорю. Он живет в Бельгии, блядь. Чисто я покушать зашли, давай, ребят. Давай. Вы все пишете, что мы за колбасой пришли. Блядь. Я лично за орешками. У меня нет возможности. У меня таких нет дома. Ну да, не за колбаской, конечно, это очевидно. У меня нет возможности ждать его по полгода. Я хочу. А, это курица, да. И все, я как бы сказал ему песню. Я в этом ничего такого подходил. Халявная. Если вы в России, вкусная, не да, можно, да, конечно, тебе вопрос. Сколько можно ждать? С учетом того, что как бы... Да, ребят, короче, мы здесь. Если бы это был просто, допустим... Всем очень было интересно посмотреть на нашу комнату, Дань. Вот она, наша комната. Единственное, ребят, вы понимаете, что в течение всего этого времени мы так и не смогли разобрать просто шмотки. Просто катастрофа. Просто ужас. Сейчас я вам покажу. Пока здесь вот так. Это мой столик. Но я хочу перевести свое зеркало сюда. Так выглядит гардеробная. Тоже мы пока на чемоданах. Короче, как-то так. Вот это мы завтра уберем. А вот наша опочивальня. В общем, так мы и живем. Здесь темные, а здесь у нас... Так, поможем друзья. Опа! Бежевые! Блин, спасибо большое ребятам. Кроссы реально бомба. Качество просто пуля.